Ребята, всем привет, с вами Александр. В общем-то, сейчас мы будем сражаться по вашим заявкам. В общем-то, день заявок, так сказать. Под вот этим вот видео, которое я выкладывал совсем недавно, 12 пахикалозавров, на что они способны, то есть я там прикреплял, задавал вопрос, какие вы хотите увидеть бои. И у нас здесь были такие запросы. Индоминус Юдон Эрлифозавр. Тарабеков у нас заказал. А потом идем дальше. Так, канал Легенды Дракономании заказывает у нас Гаргазух Индоминус Юдон. Тоже исполним. И Артем Захаренко заказывает Гаргазух Юдон и Метрия Фадон. Вот такие вот у нас будут, ребятки, бои. Так что я буду тоже закреплять свои вопросы. Пишите именно под моим вопросом. Также, ребятки, еще напоминаю вам, стоит обратить внимание, на канале есть такая закладка «Сообщество». Там я тоже выкладываю некоторые вопросы, опросы, картиночки. Сейчас я немножко уже, ну, как бы тут активнее выкладываю. И вот был последний вопрос, как зовут этого динозавра. И это у нас, ребятки, мегалозавр. Это картинка мегалозавра. Так что, тот, кто угадал, молодец. А мы возвращаемся к нашему одному из главных героев. Так, Юдон. Собственно говоря, это день Юдона у нас будет, потому что он по вашим заявкам будет участвовать во всех трех боях. Так, давайте прочитаем, давайте вспомним, кто он такой. Гибрид Траадона и сухопутного хищника Ютирануса. Пусть не самый крупный гибрид мира юрского периода, Юдон отличается впечатляющей оперенной спиной, которая придает ему угрожающий вид. Ну, мы видим, да, перышки у него там есть. Юдон меньше Ютирануса, но быстрее и уж точно намного сильнее его. Так, и дальше. Огромная голова и сильная шея позволяет Юдону повалить на землю добычу крупнее, чем он сам. Вот такие вот у нас дела. Так, с громкостью все в порядке. Сделал даже чуть громче, да, чем было в прошлой серии. А то у меня в наушниках вообще все очень громко получается. И погнали, ребята. У нас здесь есть обычный турнир, только чудовище глубин. Ну, тут ничего интересного. Противники самые обыкновенные. Так, ну, а мы идем сюда. Юдон. Так, потом Индоминус и Эрлифозавр. Но вот такие тоже повыбирали комбинации, все хищники будут нам больно делать. Ну, погнали. Как говорится, мне не страшно. Любую заявку готов выполнить. Какая бы она даже, может, нелепая не была. Так, кусь. Так, ну за два удара наше чудовище нас не съест. Вот этого, пахигалозавр. Вот какой облом. Если бы у него удар был по пятерочке, хотя бы 4,5, он бы смог меня съесть. Так, ну это вообще легкотня для нас, потому что у противника два сигнозуха, хоть они, конечно, и крутые. Хотя, да, крутые. Сигнозух же, наверное, бил. Будет бить, точнее, так же больно, как и как и этот пахигалозавр. Так, ладно, не будем защищаться, дадим свободу эрлифозавру. Зато можно будет прекрасные картинки сделать. Ютиранус против пахигалозавра. Так. Я, честно говоря, даже не обратил, насколько он там проатаковал, но думаю, 3 хватит. Давайте выпустим эрлифозаврика. Кстати, у нас вы заметили, что динозавры все, которые участвовали в этом бою, были в такой вот синеватой раскраске. Кроме Индоминуса. Ха-ха-ха.
Вот так вот. Погнали дальше. Так, вторая заявочка. Гаргазух. Индоминус. И Юдон. Такие три ужасные пасти, да? Ну, тут легкотня нам попалась. Хотя, конечно, Гаргазух. Ну, хотя, на самом деле, вполне себе он правильно стоит. Терять нужно самого слабого. В данном случае это Гаргазух, к сожалению. Или не к сожалению. Я легко бы мог убить и Сигназуха, и Гаргазухом, как вы понимаете. Ну, давайте Индоминусу дадим чуть больше. Может, Индоминус двоих завалит. Так, у него, по-моему, оставался один балл. Ну, вот так давайте сделаем. Нет, не оставалось. Ну и ладно. На один проатаковал. Ну ладно, давайте сделаем так. А то уж слишком много баллов у него могло быть. Значит, не в этот раз. Значит, Юдон заберет двоих. Ну ничего. Ничего страшного. Да. Ну, я так чисто. Для... Ему одного удара достаточно. Сделаем ему два. Так, а на следующий удар у нас будет супер кат Юдона на 8. Ну, теоретически... Он бы за 4 удара меня мог убить. Так, в общем-то, вот и были наши 3 удара, 3 боя. Теперь давайте я из наших, вот у нас участвовало, ну, скажем так, было 9 динозавров. Давайте... Эрлифозавра возьму, он у нас был всего лишь один раз. Так, Гаргазух. А, у нас Гаргазух, Юдон. И, подождите, у нас еще кто-то должен быть. Гаргазух, Индоминус, Юдон у нас только что был. Гаргазух. Вот, ё-моё, надо, ребята, что-то я такое сам написал, что аж не могу прочитать, как, что я там накорячил. Так, смотрим, последняя заявка под моим вопросом, ребята. Если я задал вопрос, то пишите именно там. Ну, а все правильно, Метрия Фадон. Хорошо, Гаргазух. Юдон, Метрия, Фадон.
Ну, на самом деле, нам нужно попрощаться с Метриофодоном. Его сейчас с одного удара, конечно, разберет Сигнозоу. Сделаем вот так. Три удара я должен выдерживать. А вот он один удар не выдержит. Ну давайте тогда с помощью Горгазуха. Я мог бы поставить 4 балла в защиту. Но это был бы более рисковый способ, чем вот то, как сделал я сейчас. Ему нужно бить все равно минимум на 2. Он, конечно, делает на 4. И его, значит, съест Горгазух. Так, Горгазух у нас был дважды в боях. Индоминус тоже был дважды. Суперка от Горгазуха. А я тут пока считаю. Индоминус тоже был дважды. Юдон был трижды. У нас по одному разу участвовал Эрлифазав и Метриофодон. Значит, возьмем Эрли... в общем-то, Метриофодона возьмем. Юдона возьмем. Не, Эрлифазавра, Метрика возьмем. Метриофодона и Эрлифазавра берем точно. Так, ну а третий у нас будет, допустим, Приатродон. Это будет такой бой от меня. Ну давай, танкуй, Эрлифазавр. Ну, в принципе, все хорошо, что он подменился. На 3 таки проатаковал по полной нас. У него будет на следующий ход 3. Давайте защитимся все-таки. Он меня ваншотит. Думаю, проатакует. Давайте мы его заваншотим. Так сказать, смотрите, да? Убьем его. Легко. Ну, Метриофодон и Сигнозух — это же одинаковые по балансу динозавры. У них гигантский удар и слабовато жизни. Один балл он себе оставил, но это его не спасет. Наш носорог победит. Так неуклюже он бегает, ну как обычная ящерица. Приатродон — это у нас даже не динозавр. И 40 баксов, ребятки. Отлично. Так что, в общем-то, под этим видео я тоже оставлю вопрос, какие бои вы хотите увидеть, и отвечайте именно, делайте, видите мой вопрос, нажимайте на ответ и пишите свой вопрос. Не пишите там просто так, потому что я буду выбирать именно из тех, кто ответили на мой вопрос. А на этом все, всем спасибо и пока.